Сейчас мод объявляю открытым! Хи-хи! Опа, попа, что-то такое лезет, папи-папи-парируем, хи-хи! Эх, обиколька открывает! Ути боже, я тут самые красивые нарядики уже нашла! И я хочу красивый нарядик! Так тоже давай вставай, тоже иси! Ладно, сейчас встану! Так, это не то, это вот это, нет, это не то, это вот это! Шапочку. А я краем глаза вижу, что я тяну вон тот колпачок, который там лежит. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, это потом себе выберешь все, что хочешь. Ну всем вот. Привет! Привет! Всем привет, меня зовут Вика, вы на канале Кошечки Баттерс и Собачки Элис, а также Ёжика Бруняшки, и сегодня у нас показ мод. Ура! В честь 1 сентября у нас будут школьные нарядики, будет по 3 наряда. Каждый будет показывать, а вы будете ставить баллы по 10-бальной шкале. А потом в конце видео напишите, чей костюм вам понравился больше всего и почему. Чурбой, чурбой, хи-хи-хи-хи. Вот в этой сапочке я буду бегать из-за лепротив. Хи-хи-хи-хи-хи. Вот эта сапочка просто бомба пуска, закачайся. Выбирай, что хочешь. У меня тоже будет красивый нарядик. Главное, как он смотрится, вот, а не какой. Вот, тебе вот это подойдет. Ой, он классный, мне нравится. А что, хорошо выглядит. Все эти костюмчики я делала сама, этот ролик довольно сложный. Я что-то вязала, что-то клеила. Здесь много чего интересного. У каждого будет по 3 наряда. Так что готовьтесь к чему-то интересному. Вообще, я показывала процесс у себя в телеграм-канале, поэтому да. Вы можете подписаться и, если что, перед роликом видеть, как я это делаю. Ссылочка в описании на мой телеграм-канал. Вика недавно меня выкладывала спящую в обнимку с ножками для стола туда. И меня там тоже. Показываю, так что всех ждем в телеграм-канале Викульки-пупульки. Ну что, первые наряды? Погнали! Нарезайте меня, я такая звездочка-звездулька, настоящая спецулька. Хи-хи-хи-хи. Шляпочка, как слюнявчик. Опа-па-па-па-па, слюнки вытирай. Хи-хи-хи. Шучу. А вот и на голове. По-моему, я красивый гномик-ученёчек. Если бы я собралась в волшебную школу для говорящих шпицат, я бы пошла как Гарри Шпицочер. Хи-хи-хи-хи. Вот так вот. Или я это, Гермиона Шпицер. Хи-хи-хи-хи. Это смешно. Ай, падает, хи-хи-хи. А вот так хорошо. Обратите внимание, что у меня очень красивый фарточек, галстучек и красивая шапочка, черно-белая, с помпончиком сверху. По-моему, красиво. Прямо сейчас голосуйте за меня. Пишите, что вам нравится моя шапка и мой галстучек. Очень красивый, красивенький, такой прям настоящий шпицокинский наряд. Мне кажется, шикарный. Все, хорошего помаленьку, пока-пока. Хи-хи. Ну ладно, еще приду. Хи-хи-хи, посмотрите, полюбуйтесь. Голосуйте. И я ставлю Элис. 5 баллов. Мне очень понравился ее наряд. Плазатая шляпка и бантик. Фр-фр-фр, всем привет. Элис, я поставлю всего 2 балла. Потому что она мой кунг-кувер. А это мой нарядик. И я буду настоящий звездочетик. Потому в таёвке звездочеты бегают по 2 ной и считают звездочки. А вы почему думали, мы бегаем по ночам? А это моя голливудская улыбка. 32 зубика, бруника. Хо-хо-хо-хо-хо. Голосуйте за меня. Пишите в комментариях, что первый наряд нравится больше бруняшки. Я вас поцелую. Батас, ты мне тоже поставь 5 звездочек, потому что если ты не поставишь, я тебя за пяточку укусу. А еще я могу сидеть вот так, как красивая котлеточка. Брюнеточка, котлеточка. Вот такой красивый пупсик. Хи. Так что обязательно голосуйте. Я бруняшка, звездочетик. Я такой красивый очень. На мне колпачочек, не грибочек, колпачочек. А-а-а-а-а. Бруня, я ставлю тебе 4 балла. Это учительский больше наряд. Чё-то слишком простовато. Хи-хи-хи, поставлю 4 балла. Фу-фу-фу, могли все 5 поставить. Ладно, пошёл домой готовиться к следующему покаву. Пока. Пока-пока, Бруня. Ну что, теперь моя очередь? Показывай свой колпачок. Я как выпускница. У меня еще красивый бантик на шее. Он дополняет мой школьный образ. Так... Чё это такое-то? О, ленточка! Сейчас я приготовлюсь и как прыгну! Поймала, поймала! Маленький профессор подпрыгнул. Чтобы я еще больше выглядела как школьница, я принесла линейку, ручку и красивую.
карандаш. Только еще флакончика не хватает. Ну, смотри, у меня еще можно грызть вот этот вот колпачок. Он такой многофункциональный. А еще его можно носить на спинке и обратно в сумке. Прям как фокусница. Сейчас покажу, как он выглядит без ленточек. Смотри, я сняла ленточку, чтобы немножко на уроке немножко пошалить. Я потому что обожаю всякие такие ленточки, особенно их ловить. Так, она движется, движется, держу зубками и лапками. Фэр-фэр-фэр, думаю, сколько баллов поставить баллов, чтобы ни много и ни мало. Ладно, поставлю 3 балла. Хи-хи-хи, ребята, а я не знаю, сколько поставить баллов. Ну ладно, поставлю тоже 3 балючих. Ёвык, ёвык, настоящий бонник, я такой красивый буняфа. Симпатяфа. Хи, я очень рад, что я победил. Первое место я выплывыл. Пиши, чей первый костюмчик тебе понравился больше всего. Кошечки Баттер, собачки Элис или ежика Бруно. А это был первый раунд, переходим ко второму. На меня одевают рубашечку в клетку, потому что я настоящая шпицачья детка. Посмотрите на мою зубку, попку и бочоночки. Сладкие такие синючие, та-та-та-та-та. Ой, зеваю, хи-хи, как будто уже на уроке сижу. Спать захотелось от нудных учителяшек, таких какашек. Ой, а это канцелярия. Канцелярские товары мне нужны. В виде лапки они такие красы. Карандасы, хи-хи-хи. Вот, ребята, хи-хи, а это мне нравится гораздо больше. Это геймпадик, чтобы играть в игрушки. Я люблю играть в Roblox, если что. Пушистый геймерам привет, хи-хи. Мне нравится твой нарядик, но, по-моему, он уже где-то был. Я его видел. Так что 2 звезды. Бруня опять всех засудил. Мяу. Я Элис поставлю 4 балла. Это вообще моя рубашка. Это мой второй наряд. Я решила сделать себе шарфик в стиле Уэнсдей, полосатый, в белый, в черную полосочку и закрепить все этим значком YouTube. Мяу. Элис еще со мной поделилась шляпкой. Она сказала, что эта шляпка сюда хорошо подходит, поэтому я решила все это вместе примерить. Мне кажется, да, хорошо смотрится, только шляпка черно-белую полосочку. Ну то есть наоборот, не как мой шарфик, бело-черную. Пиши в комментариях, как тебе. Мяу. Как ты понял, я обожаю полосатые шарфики. У меня на прошлый показ мод был красно-белую полоску шарфик. Помнишь, нет? Пиши в комментариях. Интересно, сколько мне баллов поставят? Наверное, 5 засудят. О, у меня теперь есть еще школьный блокнотик. Я в прошлый раз про него говорила, и мне его подготовили. Он очень хорошо подходит, как раз тоже черно-белый, под мой костюмчик. Оп! Еще и ручка белая. Можно теперь белым цветом чирикать всякие кошачьи надписи, писать мурмурм, мяу. Кошачий алфавит надо придумать. Кому тепло? Нарядик топ. Поставлю 4 звездочки. Хи-хи, да по-моему наряд просто сыкален. Одна заколка ютуб чего стоит. Ставлю 5 баллов. Баттер супер-пупер типарир рупер. Я подавок, я блуняк. Я такой буль-буль-каля-кисмяк. Я настоящий пупсяк. Хи-хи, вот такая вот большая бабочка у меня. Это если я буду настоящим первосентябрьским первоклашкой. Брунявка, первоквавка, по фолам в колу кавкой. Потом он всех накавкал, потом брунявка кавка. Вот такой вот первоквавка, я брунявка первоквавка. И кстати, хи-хи, этот бантик можно перевывачивать на спину и на бок. А еще я могу переодеться в ниндзю, я у Вумаки на Вуту, я настоящий Хокуаги-бухаки, хи-хи-хи-хи, ебанец. А вот так вот выглядит спереди. Вот так мне нравится больше всего. Голофуйте на меня, надеюсь, я сейчас победюнькаю. Победю, победю. Ну все, пока, я пофок тебе домой. Встретимся на следующем наряде. Пуки-воки, прф. Ну, бруняшка, ты хитрец, забрал Дениса, хи-хи-хи, бабочку и выпендривается. Поставлю тебе тоже 3 балла, ты нам так стал, и я тебе так поставлю, хе. А мне очень понравился наряд Бруни. Он выглядит с ним как джентльмен, маленький, усатый, полосатый. Сколько баллов поставить? Поставлю 4. Мы провели подсчет, и второй наряд выиграл кошечки Баттерс. Всем спасибо, мяу. Мне очень приятно. Мне тоже больше всех нравится мой нарядик.
а тебе чей понравился больше всех, пиши в комментариях. А еще не забудь написать в комментариях, хочешь ли ты, чтобы мы провели следующий ПК-смод, например, на тему Хэллоуина, или у тебя есть какие-то другие идеи, в честь какого праздника можно провести ПК-смод, пиши. А у нас на очереди третий раунд. Ну что, посмотрим, что нам приготовили. Мяу, а это что? Это что, рюкзак школьный в шашечку? О, а у меня есть шикарная идея! Я буду рюкзаком! Это мой третий наряд. Я буду школьным рюкзачком в шашечку. Как тебе? Смотри, как я хорошо тут выгляжу. Даю пятюню тебе. Мяу, это кошачья пятюня. А может быть пятерка? Ты можешь поставить мне пятерочку в дневничок, который был до этого. Или просто дать мне пятюньку. На самом деле, я немножко это тут вылезаю уже теперь. И я пошутила, потому что это мой самый настоящий наряд, который я приготовила для третьего раунда. Мяу, ну что, вы поверили в мою шутку, что я стану школьным рюкзаком? А я приготовила бантик на голове. Смотри, какая миленькая супер мадемуазель косочка, которая играет с белыми ленточками. Я как королевская особа, меня только на королевских руках держите. И все тут, и портрет пишите. Мне бы такой наряд подошел. Прятался в рюкзачок, и не видать тебя. За идею поставлю 4 балла. Хи-хи-хи, ну ты батер зашутиться, залезла в рюкзачочек. Поставлю только 4 балла. А я не придумал следующий нарядник. О, Фабка Баттлс. А там ее только дотащить. Она немножко великовата мне, но все равно я выгляжу как академический Язона. Я настоящий профессор грибов. Ой, то есть наук. Хи, упала. Я настоящий Йовек, академический профессор кислых фей и маленьких таракашек-букашек. Голосуйте за Бруняфу, такую профессоряшу. Фа-фа-фа-пхи. Я не поняла, это что вообще было? Бруня опять спер мой наряд? Бруня, 1 балл. Хи, Бруня, как всегда, в своем репертуаре своровал и доволен. Поставлю 3 балла. Ребята, это мой следующий нарядик, но проблема в том, в чем, а знаете в чем? Что я не влезаю в этот нарядик, я слишком папа-псела. Я слишком папа-псела. Поэтому мне пришла другая идея. Вот мой следующий нарядик. Это вот такая вот заколочка в виде бантика. А-на-на-на, татури-тап, татури-тап. Я такая девочка красивая, Элисячи-спецячая. Мне она очень нравится, эта заколочка. А еще есть вот такая, я суперсерьезная, собачучая такая. Баттерс, как тебе? Мне нравится, мяу. Ты похожа на принцессу. Хи-хи, мне тоже очень нравится. Я такая, будто бы конфетка. Я такая, пуль-пуль-пуль-пульпетка. Кокетка, я такая шпицетка. Я такая собакетка. Я такая маленькая эрисячка. Сотку я такая, я шпицячка. Мне очень нравится, как выглядит. Вам какой больше цвет нравится? Черный вот этот вот? Или вот этот яркий? Хи-хи-хи-хи. Геймпад, пожалуй, спрячем под себя. Стопы, хи-хи, не видели. Кстати, ребята, кто тут с пушистого геймера? Кто им смотрит вообще мои игры по Роблоксу? Если нет, то хи-хи, посмотрите. Элиф, я поставлю тебе 5 баллов, 5 звезд, если ты подавишь первый костюмик, в который не влазишь. Мне кажется, он тебе, Бруни, будет немножко великоват. Элис, а я ставлю тебе 5 баллов за твои наряды. Ура, я победила, победила, девочки, папи-периру, папа-пури, папа. Сейчас нужно подвести итоги, чьи наряды тебе понравились больше всего. Пиши в комментариях, кто выиграл. Наша собачка Элис, кошечка Баттерс или ежик Бруно. И почему, кстати, оценивай каждый наряд по 5-бальной шкале от 1 до 5. Вот, например, нарядик Элис. От скольки до скольки баллов тебе понравился? Нарядик кошечки Баттерс. От скольки до скольки баллов тебе понравился? И ежика Бруно. Я думаю, что это было очень интересное видео. И если ты еще хочешь ПК-смод, то поддерживай нас лайками, подписочкой на канал и нажимай обязательно на колокольчик. Ну а с тобой были мы. Пока-пока-пока!